модное предложение сегодняшнего дня. Модные выходные. Мы открываем модные выходные специально для вас. 3 дня головокружительные модные показы. Современная коллекция, актуальные тренды, но открывает модные выходные именно обувь. Посмотрите на сапоги Беатриса в бордовом цвете, который пленил и меня, не только вас. У нас пока 4 цвета, но, как вы понимаете, это только пока. Посмотрите, какой сочный, вкусный, пьянящий бордовый. Вкусный, сладкий, шоколадный. У нас есть строгий и вместе с тем самый светлый оттенок. Это серый цвет. А также мы предлагаем вам обратить внимание на черный. Это вечная, элегантная классика. Это то, что пленяет каждую из нас. И смотрите, 36-й размер на грани исчезновения и в сером, и в коричневом. Посмотрите на размерный ряд от 36 до 42, но как выбрать размер, Миколушка? Кстати, знакомьтесь, звездный стилист Микола Комендров. Да ладно, брось ты, давай женат, выберем размер. Женат на моде и считать, что любви не существует. Выбираем четко размер в размер. Смотрите, Татьяна как раз демонстрирует достаточно объемную форму голени, 45 сантиметров, так же, как у нашей модели Марины. Спортивные девочки у нас работают, поэтому также сталкиваются с вопросом, как выбирать, когда ты хочешь сапоги длинные, а не можешь их застегнуть в магазине. С легкостью. Сапоги бренда Лавида решают сегодня вашу жизнь и делают ее действительно настоящей и удобной. Если мы используем с вами расширитель, то тогда у нас сразу голень увеличивается и становится еще более максимально расширяемой. То есть мы можем растянуть все 45 на все 60. Практически 60 сантиметров можем с вами получить. Это гениально. То есть каждая дама сегодня может себе позволить. У вас возникает новый вопрос. А что делать, если у меня ножка отекает, и у меня чаще всего большая плотность на икрах? Да. Здесь тоже можно проверить. Я даже ладонь пропустил полностью по всему периметру сапог. Кстати, периметр сапог 40 сантиметров. 60 сантиметров у нас обхват крупной части икры, а 33 сантиметра мы с вами получаем зону обхвата по икре. И это говорит о том, что если у нас с вами голень расширяется, то и икра также от 33 может расширяться до 40. И, конечно же, смотрите, маневрирование, мягкость, комфорт, эко-кожи, конечно же, не может не умилять. Миниатюрные, утонченные, статные, высокие. Каждая из нас выбирает сапоги Беатриса и попадает в десятку. Ну а цена, 2999 рублей, такого не было никогда. Такого не было никогда, только в модные выходные вы можете позволить себе по супервыгодной цене. Вот смотрите, знаете, как великолепно выглядят эти сапоги. Вот, они у меня застегнуты, но здесь еще есть потенциал. Эко-кожа Лавида – это эластичность, хотя ее никак не отличить от натуральной. Можно сделать подстройку, можно расстегнуть, а тут уже смотрите. Смотрите, вообще можно еще одну ладонь. И когда же носить? До сентября, по март. И по какому случаю надеть такие сапоги? А вот по какому случаю, давайте с вами и посмотрим. У меня сегодня есть мои электронные подружки, которые дадут возможность вам выбрать образ. Смотрите, бежевые брюки, красное пальто и черный цвет сапог будет идеально. Можно сделать, например, вот такой стиль дерби. Действительно, уйти в уклон дамы, которая занимается конским спортом. Серое тривиальное пальто и такое же английское кепи. Можно адаптировать его под лондонский стиль, кардиган, сумка с платком, такое а-ля Hermes, это, пожалуйста, коричневый цвет сапог. А если у вас есть в гардеробе такие вещи, или вы хотите быть более женственной, вы используете юбки с добавлением плиссе или гофре, и, конечно же, вот такой идеальный кейп сверху. Все, исчезаем. В 36-м больше нет серого цвета. Внимание, 36-й остается только в бордовом, в черном и 2 пары в коричневом. Популярность наших сапог Беатриса растет с каждой секундой. А что же нас согреет изнутри, Миколушка? Что до -5 будет нас радовать? Что? Конечно же, это ворсин, это байка, которую мы так с вами любим, потому что в нашей с вами природе самые согревающие элементы – это либо овечья шерсть, либо байка. Вот здесь как раз-таки идет байковое полотно, которое создает нам тот теплый, уютный, комфортное именно сухое тепло. Это материал выполнен на основе полиэфиров, льна и хлопка. Он обеспечивает то самое тепло от -5 и дальше. Данное изделие не до -5.
минус 5, а от минус 5 и дальше. Вы пододеваете просто более плотные колготы или носки и можете увеличивать его теплоту. В некоторых регионах это будет зимнее предложение, а многие автоледи меня поймут. Зачем, приходя на работу, переодевать сапоги, когда можно остаться в них? Тем более в них можно менять длину 40 сантиметров, и можно делать короткие сапожки, у которых даже и 10 сантиметров высоты нет. Итак, внимание, серый в 36-м распродан, на подходе 36-й в коричневом. У нас необыкновенный ажиотаж в колл-центре, потому что сапоги Беатриса нравятся всем, без исключения. Те, кто любит консервативные сапоги, они подойдут. Те, кто обожает экстравагантные сапоги, блестящие, они тоже подходят. Вы миниатюрная, они вам подходят. Вы роскошная, вы от них в восторге. Ну а цена 2999 рублей только сегодня и в честь модных выходных. Восхитительное качество эко-кожи от бренда Lavida. Чем же славится эко-кожа Lavida? Тем, что она действительно повторяет силуэт натуральной кожи, имеет такую же фактуру и такое же поведение. Даже свойства этой кожи полностью повторяет натуральную. Зачем, спрашивается, что-то решать, когда бренд Lavida за вас уже все решил? Lavida – это современность, это действительно шаг вперед, это инновации. Вы как раз-таки видите все эти формы. Я предлагаю еще и посмотреть на уход, потому что у вас сразу возникает сомнение. Да. Как же ухаживать за этими блестящими сапогами? Окей, кожа легко, вода отошла, грязь оттерли. А что делать с блестящей фактурой? А фактура блестящая у нас обеспечивает легкость. Итак, за ними легко ухаживать, при этом они необыкновенно сияют. Вы в них будете выглядеть сногсшибательно. И цена 2999 рублей.